Часто, когда у людей появляются деньги, они начинают жить на широкую ногу. Из-за этого, по сути, тратят весь свой доход. При этом есть такие затраты, которые кажутся незаметны или кажутся незначительными, но в результате съедают большое количество средств. Богатые же люди, наоборот, знают цену деньгам и относятся к ним уважительно. Чтобы стать состоятельным человеком, важно не только уметь зарабатывать деньги, нужно еще ими грамотно управлять. Хочу поделиться с вами некоторыми простыми советами, которые помогут вам оптимизировать свои расходы, не превращаясь в скрягу, и не отказываться от радости из жизни, которую дает растущий доход. Во-первых, делайте покупки по списку. Особенно это касается периодических покупок, например, еда и одежда. Бывает, что импульсивные покупки обходятся в несколько раз дороже, чем то, зачем вы пришли в магазин. Во-вторых, пользуйтесь современными удобствами. Покупайте товары и услуги напрямую в интернете, заказывайте доставку. Так вы экономите время, это самый ценный ресурс. В-третьих, пользуйтесь программами лояльности, оформляйте карточки, особенно там, где вы часто что-то покупаете. Пользуйтесь всеми привилегиями постоянных клиентов. В-четвертых, посмотрите комиссии и проценты, которые вы платите банку. Оптимизируйте эти расходы. Рефинансируйте кредиты, если это возможно и даст определенную выгоду, а лучше избавьтесь от кредитов. В-пятых, проверьте, все ли активы, которые у вас есть, приносят вам деньги. Проверьте, есть ли у вас собственность, которая вместо того, чтобы работать на вас, выступает пассивом и влечет дополнительные расходы. Если так и есть, исправьте эту ситуацию в ближайшее время. В-шестых, заменяйте дорогие товары и услуги, если такие есть, на более экономичные, если это возможно без потери качества. Сейчас мир цифровых технологий и многое, что мы привыкли делать по старинке, можно получить гораздо дешевле, быстрее и более высокого качества. В-седьмых, всегда сначала платите себе. Вы откладываете определенные суммы с каждого дохода? Если все еще нет, то начните это делать прямо сейчас. В-восьмых, не платите за услуги, которыми вы не пользуетесь. Часто поставщики услуг в пакетах предлагают вам то, что вам никогда не пригодится. Мобильная связь, страховые услуги, транспорт, подписка на журналы. Вникайте в детали и платите только за то, чем вы пользуетесь. В-девятых, покупайте сразу, если увидели хорошее предложение. Потом либо не будет такой цены, либо не будет этого товара или услуги. Вам снова придется искать то, что вам нужно, и вам снова придется тратить на это время. Лишние действия и нерешительность крадут и ваши деньги, и ваше время. В-десятых, постарайтесь в ближайшее время рассчитаться со всеми потребительскими кредитами и не брать новых. Есть хорошая пословица: нужно тратить оставшиеся после сбережений, а не сберегать оставшиеся после расходов. Это секрет финансового успеха, который позволит вам обрести финансовую свободу.